Потому что...
Yeah, I mean, a little.
Здравствуйте. Подскажете, кофе можно выпить или нет? Да, конечно. Что-то мерить будет? Здравствуйте. Подскажете, кофе можно выпить или нет? Да, конечно. Что-то мерить будет, нет? А. Да я там был уже. Я за баром столиком просто мест нет. Поэтому нужно будет подобрать столик, а это наша работа. О, хорошо. Спасибо. Ничего страшного, что я не хотел вас беспокоить просто. А, здесь народу много. Если мы просто здесь на диване, можно, например, на диване возле окна, вон там, либо же рядом с баром, прямо вот с этим столиком. Я прослушал, вот здесь можно, да, и подойдет, или заказать сначала? Да, нет, к вам подойдут. Можно на диване посидеть, но если вот здесь вот рядом с баром, где угодно. Хорошо, спасибо большое, да, спасибо. А вы мне подскажете, эта территория вся закрыта, да, сейчас? Да, они уже закрыли, они до 9 часов работают. А уже больше 9? Да, уже больше. Я не знаю. Половина 10 почти уже. Спасибо, я не знал. Вы тоже представляете, сейчас мы... Ага, спасибо. Я бы хотел один эспрессо и все. Один эспрессо? Обычный или двойной? О, обычный. Обычный. Водичку к эспрессо вам подать? Да, не трудно. Спасибо. Thank you.
Нормально, удачно. Кто это разрекламировать мог? Человек, который вас проводил. А, мерси. Экскурсия. Итак, первый хард-рок кафе он открылся в 1970 году. Открылся он в Лондоне. Его открыли два друга, которыми переехали из Америки. Открыли они его по двум причинам. Первая причина заключалась в том, что им совершенно не нравилась местная английская кухня. Я вам благодарен. А я вам. Большое спасибо. Да. Всего доброго. До свидания. Слушайте, у вас голубые глаза, мне показалось? Да. Спасибо. Да. Всего доброго. До свидания.
страха. Потому что...